Так, это... Идите пока трэш бейте. Вар, Мишка, вот мобов этих. Сейчас медведя закину в первую группу. ДК, Т4 без опыта, нахуй, надо, да? Будем вайпаться, нахуй. Хорошо хоть пишет, нахуй, что без опыта, блядь. Да знаешь, как в обычках, плюс и все, блядь. А чё плюс, кого? Блять, вот сов нету нахуй, вот сову, конечно бы. Вместо одного ханта какого-то сову. Сходите, у нас хант с ПВПшной тренинг. Мне в ДЦ или в ШП? ДЦ. Блять, ебать. Кто-нибудь ищет танка и милика? Пытаюсь Саню. О, он слово вышел. Он Шакиру зайдет. Ебать, я достучался до тебя. Че, Герус идет? Он в Дискорде. Так, и... Саня, а че молчишь? И один слот. Но если он танком танканет, то тогда сейчас можно скину. Милика найти. Милика проще будет найти. Ну, Милика, да. Ну, у нас че по танкам выходит? Ты, Вар, два медведя? Да. Нормально будет на маке. Да.
Чё, ты Керус идешь, нет? Сейчас займу. Блять. На королях пиздец будет. Из декурса всего 3 человека. Два мага, Эйкон. И все. А друиды, медведи. Да, сову было бы неплохо, конечно. Вон Орика позовите. Если он поедет. Он с приста. Танку бы сюда. Да он же сказал только по выходным. Да я знаю. Тебе ШП нужен? ШП? Да. Еще один, что ли? Ну, не знаю. Если не нужен, скажи. Ну, короче, если Керус с четвертым танком заходит, ШП это можно взять. Просто у нас 3 декурса будет, маг, 2 мага Эйка. Надо будет, ну, 4-го подстраховочного. Ты можешь на этого, как он называется, на друида пойти? Хотя я вон кота какого-то взял. Спросить у кота, может, подиспелит? А что спрашивать? Просто назначим, чтоб диспелил. Last slot для тебя, Сань, давай заходи. Все, я ему сказал, короче, он подиспел. Ну все, сейчас Керус и начнем. О. Так, на кубы надо 5 тел. Давайте, кто пойдет? Арканавт. Да, он уже поставил. Так, Нурик. У меня лучше не ставь. А что, у тебя лагает? Нет. Просто так, вдруг могу ставить двух магов? Минуту. Двух магов, вон. Блять, и локов тогда ставь, чё. Тэпнуться, нажму, пойду дальше бить. Да там, тут просто нажать, удержать не надо будет. Это, скажешь, нажми, короче, арканавт грилит. И ещё 3 плюса. Двигался, ты ж как-то стоял. Двиглс постоишь? Ага. Так, еще 2 плюса. Где Бакута? Принимай сумму. 2 плюса на куб. 23 тела в Дисе. 2 плюса на куб. Прием. Алло, Понкич, ты что, не нажмешь? Я не умею. В смысле, не умеешь? Я ни разу не взял в хэнки. Хули там? Просто нажать и отойти, тут держать не надо.
Тут надо держать, блядь, пока не скажут отпустить, блядь. Потому что нужно, чтобы 5 лучей попали в босса. И тогда он скажет нет, только не снова. И только когда он эту хуйню скажет, надо отпускать. Ты людей в заблуждение не вводи. Короче, Фонкич на куб. Ну, я имею в виду, что если не так. Если я проебусь, меня ругать будут? Да, кастрируем по тебя. По жопе дадим. Блядь. Еще одно тело на куб, давайте. Ебать, еще и самый дальний. ФК, давай. Похуй. Так, ФК, значит, еще раз. На кубах Гриллит, Арканавт, быстро двигался, ФК и Фонкич. Вон, ваши кубы соответствуют меткам над вашими головами. Этот, Эйкон, заходи. Рыба была? Нет еще. Видишь, Эйкона нет. Сейчас зайдет, поставлю. Я могу бичевскую поставить, у меня две есть. Если вдруг нет. А у меня три нормальные. Я тебе приступал. Сейчас зайдет, шаман дадим. Все. Он зашел. Так, танки, короче. Войд первый танчит на боссе. Так. Ты чё, жирный что ли? Ну-ка, прыгните оба в мишку. Вы оба в мишке? Сейчас, я хавку. Понял? А ты не в мишке. У тебя 70 тысяч вроде. Короче, Керус... больше будет. Керус второй будешь таунтить с меня. А ты, Микрет, ты будешь таунтить после Керуса. Понятно? Керус и Микрет. Мы с вами втроем на боссе. Про товар нянь-о. Первой пати, по вниманию всех хантов, три ханта, рога, напуливайте на него всю пидоросню, всю вот эту вот, архидемонов, блять, скелетов, нахуй, ханты вообще, скелеты вышли, по скелетам хуярите сразу, все, проверка, жрем, не будем заходить сейчас. Про товара ник нянью. Похуй. Няню. Пофиг. Как в няньках, нахуй, нянька. Масло там, блядь. Да потом уже сейчас это. Так, Нурик и Бакута, вы тут? Нурик. Нурик, Нурик. Он нажал. А, не, не нажал. А что ты по поводу успеха? Офспека, ну, кто ролит на успех? Я вот знаю, что Микрит, он танчит, но ролит на кота. Если кто-то там, какие-то другие спеки ролит, там... Пишите сразу. Да, Навара. Навара на нее трэш. Квадрат поставил. Гриль, дай огурцы. Че, Нурик тут? Нет. Этот ничего не писал в чат. Он же говорил, он может отойти. Поэтому на кухню не встал. Отошел. Ок, ждем. Я уверен, что сейчас вы будете с палкой, я ее не строю. Всегда, когда у меня много людей, она падает. И кто-то сейчас говорит, был знакомый. Помнишь? А это кто говорит? Нурик, Хорнивуд, вы тут? Хорнивуд. Ой, бля, ну давайте быстрее. А я на Нурик. Где он там? Без спам. Хоть бы в комнату с боссом не зашел. Сейчас прист подойдет. Это мне постоянно возле рубика стоять получается? Нет, ты можешь возле него не стоять, но когда надо будет бежать, чтобы не сильно далеко от него был. Что меня подлагивает? Когда босс кастует вспышку, вы находитесь у своих кубов. Да, каст закончился, нажимаете. Отпускаете только по команде. Либо если вы видите в красный чат, вот босс вот эту хуету пишет, все должны чат видеть. Вот он пишет прочь паразиты, вот эту хуйню все видят?
Вот там такая же хуйня будет. Только там будет написано «нет, только не снова, блядь». И как только он это скажет, значит все 5 кубов одновременно на него действовали. Это означает, блядь, что можно отпускать. А мне с чатом приколом я реплику просто не показывал. Так вот надо тебе сделать, чтобы все показывало. Либо я слушать. Я без звуков играю. Вот надо тебе звуки сделать, чаты сделать, чтобы вся хуйня. Ну, сука. Не знаю, тогда слушать. Тогда смотреть глазами. 5 лучей. Я буду слушать рыва, как обычно. Mm. Так можно? Нет, нельзя. Тогда вот на кубах там стоит, вот проносите, когда за 5 секунд что-то я добежал. Просто там стой и все. И отпрыжкой к кубу и портанешься, если что. Так, пристрелогается, походу. Вообще вышел. Это, идите покурите пока. Пока он подойдет, хуй знает сколько, нахуй. 5 минут. Выйду из мира, чтоб фаски не тикали. Ой, бедненький. Я голды и так смог купить только 2 фаски. Все это... Паразиты, моя кровь принадлежит мне. Все, Нарик, кто? Нарик, а кто там хотел ШП пойти? Вика, да? Да. Вон ее помните. Там ШП ливнул уже, все равно один. Ну, у него проблемы со светом. У кого? У чела? Mm-hmm. Странно, что его из игры не выкинул. Сразу, если у него проблемы. А он вообще в Толгородской тюрьме сидит? Че, он Нурик опять работал со светом? Нет. Не, тут другого там приста. У всех пристов проблемы со светом, блядь. Делайте поэтому магов, у нас не нет проблем. На присте. Играйте на шамане, у вас есть молния, может, если что, починить электричество. Если что, там в ящике понюйте молнии. Сейчас прикольно, сейчас, короче, перед полом еще рестарт сервера будет, добавление не целка. Пизди. В 6 часов. 5:30 сейчас. Да, о, пойдет. Они сервер вырубят. А кто у нас? Блядь, мне она не отвечает. Кинь ей ассист, есть, батя. Да я кину. У меня ассиста нет, потому что. Я и кинул, пать. Ставьте шкаф.
Вот лайки есть же? Так, надо готовить на телефоне, открывать стрим от зал туда. Ты чё, ЦЛК хэм не видел никогда? Нет, скажу больше, я до того, как тут ЦЛК появился, я в нём ни разу не был. Потому что у меня первый опыт игры, блядь. Всё? Тут получается. Чё, фонт ещё не идёт? О, Нурик пришёл. Так он и был там, просто. Теперь хан не был. Я просто из мира вышел, чтобы сейчас он зайдёт. Так, нету ИВБ. Бедный человек. Ай, ИВБ. ИВБ пришёл. Чё, Войд? Войд тут, нет? Нету кота и Войда. Кот тут. Кот тут, Войда нет. Шарните охоту, у кого есть? Нема. У меня только есть. Спасибо. Скоража на ген. Мужики делают охоту в хаймках. Я тебе могу шарнуть, знаешь чё? Чё? Не могу, блядь, книг бабу. Но у меня уже есть. Чё, обещаешь и обещаешь? Что это, блядь? Чё, почта уже упала? А, это зооман. Ой, да, нет. Твой теперь ждём. Пока все соберутся. Ага. Пока я зайду. Пока ещё кто-то отойдёт. Там, считай, сбор начал где-то с 10, грубо говоря. Ахуя квесты, нахуйте. Так, ой, я надеюсь, все накурились. Все тут, да. Заходите. Масс ребав, давайте. Даски. Вивс остался. Все, все тут, заходим сюда. Короче, уешите по максимуму эту парашу, напуливайте по КД. И это паладины там станы, давайте гнев небес. Присты можете феры давать. Ну и чаротворцы, знаете сами приоритет. Там, если меньше половины, там ХП уже свечите с него так точно. Ну а начинайте с АОЕ. Я, короче, блять, я один ДК. Ну, я войско дам попозже чуть. Дальних грипну. Так, все, пуляйте. И исцеление тьмы надо сбивать. Чтобы эти пидоры не хилились. Так, сейчас войско даю. Заберите этот. Сильнурию забирайте там. Так, как будто надо дать истерию, блядь. Пацан, там любому дай. Ну, короче, коту дал. Сука, у меня забагался рекаунт, ебаный. Сейчас активацию подключу. И хуй с ним с этим рекаунтом. Черт,
Мастанком забери. В. Блять, забери, забери, ничего не нажал. Да я ничего не преднажал. Чать. Вспышка 10 секунд, встаньте кубам, кубы. Все, отпускайте. Ромбик умер. Упал. У нас гитаристы полегли. Замените кто-нибудь ромбик. Какой я? Не повезло, гитарист вышел. Гнев небес дать. У нас 4 паладина, 4 фера. Всех заферять можно по-хорошему.
А их кто ловить должен или пусть бегают? Вот ты, вот выходит гитарист, и сразу его таунтишь. Убили ли следующего за таунти? Я так и хотел сделать, но мне волна прилетела. Давай мне покнут, сколько там времени осталось. Там еще один. Да нет. Еру. Я не забрал, мне видео.
пускайте. Вышка 5 секунд, кубы. Отпустили. На мне была печать, и я кубу прилетел. Бесов на пул. На пульте на квадрат без. Че, со свести под? Вести их под? Один там гнев, давайте по очереди. Бы 10 секунд. КД, у меня КД, у меня одна секунда КД. Что там нужно? Он уже умирал, походу, стало. Я сейчас забираю. Я могу резко, да. Че, в центр увожу? Поиска 7 секунд. Отпускайте. А чё его фернули-то? Чё череп-то фернули? По экону и иннер. По экону? Да. Да.
вспышка 5 секунд. Я нажал. Нет, он уже сказал. Он уже нет сказал, Вой, ты чё кипишуешь? Поверните быстрее. Блять, что происходит? Кто тронтит? Нету, я ждал. Паладин, гнев. Развернуть это. Выбирай. Мистер Амбика купить. Не надо уже купы на этом. Разверните с этого сворота, а то сейчас это выйдет. Нет. А нет. Не. Ты заберешь? А у меня сейчас есть СС. Води, можно водить. Я встал. Не висит на нем печать, видите? Нормально все живут. Пытаемся. Это гроз, бро. Ты держать будешь еще? Да. А мне расколоты, потому что. Сейчас я заберусь. Я попробую прожить. Убьет 86 секунд. 3 секунды. Не убьет, не дух. А у нас что, и ВБ вылетел? Давайте на пол, у вас лок идет первый по агро. На пол только рога и... Два ханта сидят, нет, на пол не живут. Ебал эти кубы, их не вижу. Стоило на куб встать, каждый трайпад. Так, на меня добавил. Я вот сейчас кончусь тебе, когда на тебя скушаю. Сейчас меня спадет, я заберу. Спадет с меня. Ага, спал. Меня не прохилили.
Да, у нас и ДЦ вылетел. Грилет, не хочешь вместо меня куб попрожимать? Грилет так жмёт. А, да? Ты и так, блядь, заебался эти кубы жать в обычке, блядь, всю жизнь держал. Теперь еще, сука, сидеть в хэмке, блядь. Вон, блядь, два мага, два лока, они быстрее это сделают. Ну, или пишет, что он отошел на 3-5 минут. Шаман, шаман. Там вон, блять, маг 6 раз взорвал печать на себе. Они... То, что вы, блядь, потеряете от 500 ДПС условных от стопа коста, зато хилы меньше маны проебут на то, чтобы вас прохилить, и танки поживут. Вы один хуй, блядь, не передамажите, как он, типа, блядь, сидят потные. Рыбу. Азелина? Я прожимаюсь, да. Я под каждый этот прожимаюсь. Под первым я под этим был. Под кожей был, дубовый. На один хуй пробил. Ван Галаприма. Опа. Газлопат. Минута 48.
Треугольник сдох. Угу. Зря ты сказал. Тридцать секунд. Двадцать. Десять. Десять секунд. Не, не успеем. Да-да-да, я про кубы говорю. Только 10 секунд. Кубы к кубам подошли. 5 секунд. Отпустили. Десять секунд, кубы. Пять секунд. Кубам подошли. Отпустили. Ты ж можешь заранее ретриков назначить по очереди. А ретрик один и три хапа. Ну, все равно. Затапься на первую. Частицу на войде кто держал, обновите. На один без залейте почти. Вышка 5 секунд. Заняли позицию. Отпустили. Народ, трэш бьем все.
Всем. А вы на ком? На них. У меня вспышка показывает минут. А забей, багнулось. Походу багнуло, да. Даже детейл сбросился. Да. А вспышку. Ух, убы, 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 быстро. ГЦ. Ты сейчас забирать будешь, там МКРЕД держу. Мобов залейте. А, он один. Один вышел? Да, заебись. Надеюсь, что не зря. А, опять взорвали. Я уже сдавал. Инер могу залить кому за. И ВБ вышел. Три инера отдано. Там кто справа от ворот стоит, отойдите лучше на левую сторону, а то там это огонь как. Наташа, портал в центре.
же говорил, блядь. Портал в Каминор я ставлю, если что, не прыгайте. Там одному человеку просто квест дать пираже. Нифига, там сразу кто-то надо, ты до этого должен был писать. Повезло, повезло. Прыгаешь от раз. Грабли, чё стоишь? Можешь от раз. Вы красавцы, кто, блядь, Каминор поставил. Вас предупредили не прыгать.